И вдогонку на ту же тему еще по насосам небольшое видео. Вот на Алишке продается, ну и у нас в веломагазинах, насосы для накачки задних амортов, вилок, пневматических высокого давления насосов. Значит, я сначала немножечко простоволосился, купил такой, с обычным соединением. Значит, когда его откручиваешь, он стравливает, ну, в моем случае, до половины давления пневмы, минимум треть. А есть очень похожие, они оба там ГИО называются, Air Supply там и прочее, с манометрами все. Я думаю, вы видели в интернете уже на них обзоры. Но здесь есть вот такой рычажок. Вот в этом положении он перекрывает хождение воздуха от соска, от ниппеля в насос и далее. То есть вы его накручиваете в таком положении, далее опускаете рычажок, накачиваете, обратно убираете и откручиваете. В итоге у вас стравливается то количество давления, которое вот сюда только попадает. При этом, ну там 5 пси в моем случае примерно уходит, ну 10 может быть. То есть с этим насосом можно достаточно точно рассчитать давление. И рекомендую пользоваться. Очень удобно. У меня все. Всем удачных покатушек, хорошей погоды. Всех благ.